США и Куба договорились восстановить прямое почтовое сообщение. Оно было прервано более 50 лет назад. Все эти годы доставка почты осуществлялась через третьи страны. Решение принято за несколько дней до годовщины восстановления дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном. В конце 2014-го президенты Рауль Кастро и Барак Обама сделали заявление о прекращении конфронтации. С тех пор отношения между странами налаживаются, но, по заявлению Гаваны, полная нормализация невозможна без снятия экономического эмбарго и закрытия военной базы в Гуантанамо. Новые правила – это прекрасно, ведь раньше было тяжело поддерживать связь, а теперь мы можем отправлять и получать все, что нам нужно. И самое главное, теперь нам проще связываться с родственниками в США.